Здравствуйте, меня зовут Оля, и я действующий дизайнер интерьеров, и в дальнейшем планирую этим активно заниматься. Естественно, 3D Max – одна из необходимейших программ для нашей профессии, и решила, что должна сама уметь качественно и быстро выполнять 3D-визуализации для своих заказчиков, поэтому решила освоить эту программу. Эту программу я уже пыталась изучать несколько раз, записывалась на различные курсы, но, к сожалению, почему-то она мне не давалась, и мы с ней как-то не очень ладили. И любая мысль о том, что сейчас мне нужно переходить в 3D Max, уже все чертежи сделаны, уже все от руки нарисовано, все скетчап поданы, и нужно сделать 3D-визуализацию, у меня начиналась с паника. Я решила, что с этим пора завязывать. Начала искать через YouTube различные видеоуроки по тем проблемным местам, которые у меня были, а именно это освещение, какое-то дополнительное моделирование. И наткнулась на видео от Алекса. Позже попала на бесплатный вебинар по 3D-моделированию, оттуда уже на курсы профессиональной коммерческой визуализации в 3D Max. Очень понравилась манера подачи, непринужденная, легкая, все понятно, все доступно, немного с юмором. И, в общем, самое главное мое достижение, что наконец-то я подружилась с 3D Max'ом. Наконец-то я могу выставить правильно свет. Это была моя основная проблема, просто глобальная проблема. Оказывается, не все так страшно, даже интересно. Главное, у меня возник интерес к этой программе. Я уже сама составляю некоторые визуализации, и мне уже нравится процесс. Естественно, после такого обучения хочется рекомендовать, и я буду рекомендовать курсы от Алекса Скиделя, от его школы, как очень профессиональные, доступные, качественные курсы. Спасибо.